управления. Необходимо сейчас устанавливать знаки, чтобы был легальный способ работникам ГАИ останавливать и машины штрафовать. Вот, я думаю, что это порядка 400 знаков. В ближайшее время город должен заняться этой проблемой и установить эти знаки. В первую очередь, конечно, на тех местах, где наиболее интенсивное движение, с тем, чтобы грузовой транспорт грузоподъемностью более там, 25 тонн вообще в город не въезжал. Вопросы, связанные со строительством, ну пускай строители решают. Есть техника, которая способна проезжать по нашим дорогам. Вот, поэтому она может быть допускаема. Все остальное, в том числе касается берегоукрепления, есть вопросы перевозки водным транспортом после того, как откроется навигация, иными способами.